вы, Валь, мои родители уже нет в живых. Познакомились они на фронте в 43-м году. Оба врачи, работали в госпитале. Прошли до Вены вместе с госпиталем. Конечно, я буду участвовать в параде Победы. То есть, как... Бессмертный полк. Бессмертный полк, обязательно буду. А как звали родителей ваших? Сазонова Полина Александровна, Сазонов Сергей Владимирович. А что бы вы могли пожелать ульяновцам в день 9 мая? Терпение, мужество. Мужество и мужество. Мальчишки наши молодцы, конечно. Жалко. Жалко очень всех наших мальчиков.